Долгожданное выздоровление и выписка из больницы. С опасной инфекцией Хаваш Алдаганов боролся 17 дней. И уже сегодня окажется дома. Делится: долго не думал, что мог заразиться. Дома почти неделю такие симптомы, как слабость, высокую температуру, отсутствие аппетита, списывал на простуду. Я попал сюда в больницу. И этих 7 дней у меня температура не падала. И 38, 38,2, до 38,9 доходило, 7 дней. Потом раз, моментально как-то на улучшение пошло, и я почувствовал, и стал хоть чуть-чуть есть, кушать, а до этого я вообще почти что не ел. Главное, если чувствуешь недомогание, тут же обращаться в больницу. Этот совет Хаваш Алдаганов дает всем, у кого проявили симптомы. Правда, пользоваться им на практике многие не спешат. Списывают корону на ОРВИ. Вот и для Ахмеда Катиева диагноз коронавирус стал сюрпризом. Поступил вчера. До этого 2 недели просидел дома, пока не решился прийти провериться. Поводом стала высокая температура. Температуру чем-то сбивали? Парацетамолом. А еще каким-то лекарством пили? Нет. Только парацетамол? Да. Понятно. Сегодня температуры пока не было. Пока не было. А вчера до 37 или выше было? 37. Первый день работы в РКБ недавно приехавшая вторая группа московских медиков начала с обхода пациентов. Сейчас здесь от опасной заразы лечится 110 человек. Один на аппарате ИВЛ. За последние сутки сюда поступило 12 человек. Обход красной зоны начали с реанимации. В реанимации находятся относительно тяжелые пациенты. Мы выделили из них 3, которым нужна такая интересная таргетная терапия. Для некоторых мы рассмотрели как вариант лечения переливания плазмы переболевших пациентов. Количество пациентов даже средней тяжести, их минимально. В основном все легкие, которые готовятся либо на выписку, либо ждут контрольных анализов, чтобы, собственно, готовиться к этой выписке. За время присутствия врачей в нашем регионе они отмечают спад эпидситуации. Во время связи с департаментом здравоохранения Москвы и заместителем мэра руководитель группы Игорь Ранев доложил им об этом. Количество пациентов, наблюдающихся, переболевших, то есть за время нахождения здесь московских бригад медиков, то есть 3 недели назад, снизилось на 50%. Количество поступающих пациентов сейчас за тот же период, за 3 недели, снижается где-то на 15-20%. Однако, разумеется, самые тяжелые пациенты, пациенты на искусственной вентиляции легких, остаются пациенты, которые требуют пристального внимания, интенсивной терапии, остаются, их достаточно. Поэтому мы продолжаем свое путешествие по республике, по ее стационарам, которые под ковидом, ведем амбулаторный прием. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом выравнивается. В это большой вклад несли и бригады приезжих медиков, отмечают местные врачи. Довольны работой своих коллег из Ингушетии и московские. Здесь абсолютно квалифицированный персонал медицинский, и врачебный, и сестринский. Мы понимаем друг друга с полуслова. Мы со многими вместе учились, со многими вместе работали. Мы нашли общих знакомых, у нас одинаковые школы. Проблем в этом никаких нет. Хотелось бы поблагодарить группу врачей, которые приехали сегодня, несмотря на сложившуюся сложную эпидемиологическую ситуацию во всей стране, к нам в Ингушетию в помощь ингушским медикам. Они оказали не только помощь в виде методического пособия, также они оказали гуманитарную помощь в виде лекарственного обеспечения и некоторым видом оборудования. Для нас это все, мы это очень ценим, благодарим их, мы поделились опытом как и своим, так и они с нами своим опытом. На данный момент число заразившихся в республике составляет порядка 350 человек. 6 из них подключены к аппарату ИВЛ. Пока ситуация стабильна, отмечают врачи, но расслабляться рано. Хотелось бы обратиться к жителям республики, чтобы все-таки не расслаблялись, режим соблюдался, маски носились и по возможности оставались у себя дома. В планах у московских медиков в ближайшее время посетить больницу в Кантышево. А еще выехать в отдаленные села Сунжевского, Назрановского района, чтобы провести небольшую просветительскую работу с населением. Ну а тем, кто выздоровел, советуют еще некоторое время для профилактики остаться дома. Дана Плиева, Магомед Доскиев, Новости 24.